Привет, друзья! Сегодня будем делать массаж скребком гуаша. Таким скребочком классно делать контурирование лица, потому что можно хорошенечко пройти по контуру скулы, просто чтобы тут было такое. Это очень крутая штука, она классно выводит воду с лица, разравнивает морщинки, расслабляет мышцы. Такие скребочки бывают из разных материалов. У меня нефритовый, это полудрагоценный камень. Как определить, из натурального камня у нас скребок, либо это подделка пластмассовая, натуральный камень, он всегда тяжелый и он всегда холодный. Еще бывают скребки кварцевые, розовенькие, и даже деревянные, в общем, они бывают с разных материалов. Массаж гуаша скребком можно делать и утром, и вечером. Утром это хорошо для того, чтобы убрать отечность с лица, а вечером хорошо, чтобы расслабить мышцы, снять усталости и разровнять мелкие морщинки. Первым делом нам нужно очистить лицо, то есть умыться и нанести тоник. Дальше следует нанести какое-то масло, либо сыворотку. Я беру маслице и хорошенечко на кожу наносим и на зону шеи. Начинаем массаж скребком как раз из спины. После того, как проработали спину, берем, тоже проработаем шею с передней стороны. Сначала ведем от ключицы вверх к скуловой зоне. И делаем там примерно 10 повторений на одну сторону. Дальше делаем точку на подбородке, вот здесь. И опускаем вниз. Тоже вот этой выемкой берем и ведем по скуле. Формируем красивую такую ровную скулу. Делаем точку над верхней губой и проводим. Дальше выбираем тоже вот этой штучкой, вот этим краем, формируем здесь красивую скулу. Всегда работаем от центра к периферии и вот так вверх. Нажимы делать не обязательно сильно, главное, чтобы количество повторений было достаточно велико, от 10 и можно и больше. Вообще можно массаж делать 15, от 15 до 40 минут. Что уже красиво становится. Видно же, уже покраснело все. Теперь берем вот этим уголочком и проводим полностью по щечке. Дальше края носа. Поводили вверх-вниз. И тоже от носа делаем носик маленьким. Дальше к брови подходим и делаем вот так вот. Такую дугу рисуем по бровке. Вот этой стороной переходим к лбу и начинаем вести линии вверх и как солнышко рисуем по сторонам. Тоже прорабатываем зону вокруг глаз. Здесь нежно, аккуратненько идем от периферии к центру. Буквально чуть-чуть вот так. И на завершение отводим вниз отток крови, лимфу.
Это очень приятный массаж. Сразу к лицу идет приток крови с полезными микроэлементами, с кислородом. Кожа сразу такая активизируется, наполняется, подтягивается. Это сразу чувствуется прямо. Молодильный скребок. Просто невозможно остановиться. Захотели пойти на вечеринку или в гости кому-то? Взял морщинку, разгладил вот так вот. По периферии щеки вот так поднял скребочком. Бородок отпустил. Здесь вот так раз. И все. И красотка. Супер. Если тебе понравилось это видео, поставь лайк, подпишись на канал. На этом канале уже много всяких полезностей про правильное питание, про тренировки, про то, что полезно нашему организму. Поэтому буду рада видеть тебя в следующем видео. Пока!